Доброе утро, друзья! Для тех, кто дома сидит в маске и в перчатках, вы хоть окна открываете, хоть проветриваете, хотя бы выйдите на балкон, подышите, поприседайте, поотжимайтесь от перил. Сидеть дома целый день, каждый день, много дней подряд, это не есть хорошо. Хотя бы с утра выбирайтесь на улицу, когда никого нет. Не бойтесь, вас никто не заразит. Вот нас сейчас здесь на пляже всего 2 человека. То есть, кто меня заразит? Никто. Будьте здоровы!